письмах неплохое настроение, к душе приставшее с утра. Поздравь подругу с днем рождения, пускай он был позавчера. Ай, самая красивая, ей совсем немного лет. Разлука тем невосполнимее, что встреча будет или нет. И чтоб милая плакала, случайно солнце к ней придет. Согрей улыбкой, словом ласковым, увидишь высохнуть. Душа ее к тебе потянется сквозь дали сети маяки. И может быть с тобой останется, об этом так мечтаешь ты. Убираем сначала аккордики. Это песенка, заказ просто пришел. Нужно сделать аккомпанемент, минусовку. Подбираем аккорды. Примерно я ее уже разобрал. Теперь будем заносить сюда. Ля минор. А сделаем вступление, да? Сделаем вот так вот. Ре минор. Здесь сделаем паузу. Две точки. Так, темп у нас будет. Фа. Ля септаккорд. Ре минор. Темп примерно. Сделаем с басом до диез. Минор. То есть мы сейчас сделали куплет песни. Там не важно какой стиль, пока сейчас темп подобрали.
Здрасте. Сегодня пришла зарплата, это за октябрь, за последнюю неделю, когда мы перешли в МБУК, тот Тимофеевский. Там была зарплата за Галактику по 23-го дня. Ладно, я понял. Хорошо. Так. А, Владимир, привет. Я отправил что-то там, отправил Антон. Ну, подтянул там песенку, там все это сделали. В смысле, на ладони. Голос там, вокал. Я ему отправил, он что-то хотел там еще поработать сам. Так, давайте стиль сразу, что-нибудь другое, какой-нибудь стиль. Более похожий. Так. Так, что здесь у нас? Со скрипочкой, да, что-то послушаем. Ну, наверное, занят Антон какой-то важной работой. Да? Да. О, что-то похоже. Наверное, что-то задумал, да, сейчас как выпустит хит. И мы будем кричать: Антон, мы тебя знали, мы помнили тебя. Он скажет: ребята, кто вы? Да, 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 да
сделаем здесь АМ6. Еще одна АМ6. А здесь уже опять куплет пойдет у нас, да? Так. Копируем. Это будет у нас второй куплет. После второго куплета сделаем опять проигрыш. Как в начале. Повторяется позавчера. Опять по 7. И 7. Вчера. Наверное, сделаем еще разочек, да? Там. Е7. С двумя точками это будет. Нет, да, с двумя точками, кроме ударников. Позавчера. И ставим опять проигрыш. Пока, наверное, мало чего понятно, что я тут делаю, да? Потом будет понятно. И ля минор. Значит, мы здесь ставим 70 тактов. В конце придумает окончание. Так, давайте где-нибудь вот с куплета послушаем. Должно быть АМ6. Примерно так. То есть мы сейчас делаем заготовку. Аккомпанемент. Живые нам просто попросили сделать в стиле 30-х годов аранжировку. Такой типа романтика. Звучит он вот примерно вот так. Смахни плохое настроение, к душе приставшее с утра. Поздравь подругу с днем.
днем рождения, пускай он был еще позавчера. А? Вот, то есть мы подобрали аккорды, из этой песни взяли, вставили в эту штучку, программа Abandoned Box. Делаем основу. Позавчера. Попробуем другой стиль. Сейчас подберем. Лишние такты. Сорок третьего. Три такта удалить нам нужно. Все. Так. Забыл, как удаляются такты. А, вот. Угу. Так, а сколько у нас тут куплетов-то? Смахни плохо. Она ведь самая милая, не плакала случайно, мой ты. И может быть, с тобой останется, об этом так мечтаешь ты. Прекрасная, поздравь подругу с днем рождения. Да, три куплета. Все правильно. Очень подходит обычный свинг где-нибудь вот тут гипси. Так. Фольклорные? Да нет. Кантри. Там быстроваты.
это американская песенка получается, да? Валентина, привет. Так, джаз. Все-таки джаз оставим. Так, темп у нас. Сопрано. Посмотрим, что здесь предлагают. То есть на наши аккорды в этом стиле будет играть живой ансамбль. Привет. Всем привет, привет. Делаем аранжировку песенки. Просили сделать в стиле 30-х годов. Вот, загнал аккорды в программку. Теперь нужно подобрать стиль. Так. С ударниками мало. Трумс. Что-нибудь такое. Там будет скрипочка соло играть иногда. Потом нарежем куски, чтобы туда вставить, и все. С
послушаем стиль. Слишком ровный какой-то стиль такой. Тун-тун, как марш. Надо что-нибудь другое. Так, 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 так. Джаз, свинг, баллад, тенор. Так, сопрано мы смотрели, да? Так, нам чтобы стиль примерно был так. Так, а это что? Послушаем этот стиль. Саксофончик вставить. Кажется, этот оставим стиль. Как ваши дела? Thank you.
паузу хочется. Позавчера. М6. Коротко, кроме ударников. Все-таки сделаем еще С7. Коротко, кроме ударников. Послушаем, как это будет выглядеть. Минус? Я не знаю, про минус что он говорит. Там просто его нужно дописать или что-ли переписать. Я что-то не помню про него, что-то говорили. Единственное, там можно что-то дописать, еще какие-то инструменты в припеве. Вот так. Или заново все переделать. Что-то я вот не помню про этот минус. Какой разговор был? Не очень убедительный, но не для этого стиля, да? Так, попробуем другого. Саксофонисты, тенор, фортепиано, альт, тенор. Так, тромбон, саксофон, гитара, тенор, тенор, сакс. Если скрипочку добавить, может быть. Но она немножко получится английская какая-то песня, да? Саксофон, сопрано, тромбон,
Флейта. Этот у нас как играет? Понял, ну посмотрю тогда. А я не понял. Дабл там. Это два раза быстрее набирают. Тут не надо нам такого. Так. Опять дабл тайм. Так, кантри. Сейчас баллад. Нам нужно смотреть еще темп, чтобы примерно был. У нас где-то 130, да? Послушаем это тут. Что-то такое, да? Кларнет. Кларнет. Так, 140.
попробуем вот этот. Что с ней происходит? Сопрано. Ну, темп 65, а у нас 130. Попробовать фортепиано. У нас там есть? Она уже есть. Фортепиано нам не нужно. Мандолины, труба. Даже туба есть. Солист туба. Так. Кларнет. Попробуем кларнет. Кажется, кларнет как-то будет и побудет. Интересно звучит. Быстрее играет. Угу.
здесь. Так. Все. Это мы сделали основку для аранжировки в стиле 30-х годов. Все это хозяйство нужно перевести в аудио формат. Так, реал, вот индивидуал, реал трек. Сделаем, пусть будет в AIF формате. Назовем это 30, пусть будет 30-й год. И сохраним. Ну, пока на рабочий стол папочка будет. Сохраняем. Так, нам что нужно? Авто. Стерео нормализ не надо нам нормализовать. Все, да? Да. Теперь у нас будет папка с аудиотреками. Ударных, баса, гитары, фортепиано, саксофона, кларнета. Именно в тех аккордах, которые мы написали. Дальше мы отрезаем лишнее. И получаем аранжировку. Добавляем нужное. Вот у нас партии. Угу. Получились. Так, темп надо запомнить. Темп у нас 131, да? Запомним эту песню. Сохранить. Пусть будет так.
Открываем программку. Открываем Logic. Любимый Logic. Нам нужно здесь 131 и просто перетаскиваем папку сюда. Окей, каждый трек на свою дорожку. Получается такая штука. Здесь у нас ударные. Так, для тех, кто зашел только что, мы делаем аранжировку на песенку. Сделали, просили сделать в стиле 30-х годов. В интенбоксе мы сделали заготовку из аккордов. Баса. Сначала включим монорежим, чтобы нам было все хорошо слышно по динамике. Нормализовали фортепиано. Вот она, кстати, стереофоническая. Thank you.
хриповатая гитара. Добавляем ревер побольше, чтобы слышно было его очень хорошо. И тогда уже регулируем его, чтобы он не мешал.
подстраиваем, а потом уже можно убавить. Удобно отстраивать реверберацию, включив ее очень сильно. Тогда мы ее слышим очень сильно, хорошо, да. Отстраиваем, а потом убираем до нужной. И все. Так, что у нас тут? Так, теперь мы кларнет, который у нас постоянно везде звучит, как солист, нарезаем кусочки, которые где-то где нам нужны, чтобы он был, и вставки, где не нужны, удаляем. Там пусть он вставочки между фразами заполняет, да? Мне кажется, тут даже не надо, да, пусть он отсюда начинает. Thank you.
куски, жмем G. Букву G. Соединяем трек. И на него накладываем Flex Pitch. Чтобы убрать или подтянуть нотки, которые не подходят немножко к тональности. Так. Сейчас мы проверим. Все правильно. Тут ре минор пошел. Режем, наверное, все-таки эту нотку, потому что там должен быть соль, точно не пойдет. Пусть будет ля. Тут ля септаккорд.
Да, скучная работа, да? Си, ля, соль, диез, а здесь ми, да, у нас нормально.
базовый аккорд немного выбивается. Делаем так. Не знал, что нужно минус вообще все переделать. Я думал, что там с голосом просто подтянуть там что-то под голосочки. Посмотрю. Хочется басов поглубже. А что этого есть эксайтер? Добавляем гармоник нижних. Thank you.
какой-то у нас горб видно, да? Бас лупит. Голос будет. Но голос у нас где-то на 2000 герц. Тут вроде ничего не мешает, да? Можно чуть-чуть прибавить на тарелочках, да?